Стратегии и перспективы развития Севера сегодня обсудят в Сургутском госуниверситете. Здесь открывается Всероссийская научно-практическая конференция, в которой примут участие иностранные и российские ученые и недропользователи. Они рассмотрят проблемы социально-экономического развития северных территорий, актуальные вопросы нефтегазовой отрасли, экологии, здоровья, сбережения, социально-демографического развития и сохранения культурного наследия. Отдельно специалисты коснутся стратегии развития технопарка Югры до 2030 года.